Привет, меня зовут Марина. Я волонтер экологической библиотеки. Я сегодня вам проведу мастер-класс «Семейное настроение» по скрамбуклингу. Это популярный вид творчества, с помощью которого можно сделать красивый блокнот, альбом или открытку. Вот мне мама сделала такой альбом своими красками. В этой технике работать несложно. Даже малыши умеют вырезать и создавать аппликацию. А мы сегодня оформим семейную фотографию в подарок Дню Семьи. Для этого вида рукоделия нам понадобится картон, бумага, ножницы, клей, украшения, цветы, бусины, братцы, пуговицы, подвески. Их вы можете найти дома или купить в магазине. Любая страница скраб-работы состоит из главных элементов. Фон – это самый нижний лист, на который приклеится все остальное. Его надо приклеить на картон. Под ложка – это фон под фотографию, чтобы она выделялась. Дальше идет фотография, которую мы украшаем. Когда будете украшать страницу, группируйте элементы. Не бойтесь оставлять пустых пространств. Все элементы должны быть связаны по стилю, по цвету, по содержанию. Страница также можно разместить даты, цитаты и слова. Какие-то некрасивые моменты можно закрыть декором. У нас остались последние штрихи, и наше семейное фото будет сделано. Как фотография самая главная на странице, она должна притягивать взгляд. Я сейчас вам расскажу несколько вариантов, как можно расположить фотографию. Можно использовать правило золотого сечения. Это 1/3 по горизонтали и по вертикали. Можно фотографию положить здесь, здесь, здесь или здесь. Можно расположить фотографию по диагонали, так или так.
Наш мозг устроен так. Мы рассматриваем предметы слева направо, поэтому фотографию можно расположить справа. Если вы хотите расположить на одном листе несколько фотографий, расположите их так. Все эти правила скорее совет, а не табу. В первую очередь, скрамбукинг – это творчество. Создайте свою фотографию. Спасибо за внимание.